Всем привет, вышло обновление Skullboy до версии 0.330. Добавили уже изменения дня и ночи, смотрите. Бам! Ночь настала. И музыка затихла. Практика. Ну-ка проверим, что еще есть. Легко. Так, практика. Родители не трогают игрока, родители не реагируют на шум, мама не ходит поливать цветы. Обожаю радужные колечки. Папа не ходит в туалет. Завтрак. Реклама во время игры. Легко. Три попытки, родители не проверяют игрока, родители медленно бегают. Идут на шум через 4 секунды, родители спокойно идут на шум. Давайте начнем с практики и возьмем ночь. Стартуем. Погнали! Будем проверять в каждой комнате, как же у нас зажигается свет. Смотрите, полная тьма. Компьютерную версию, которую я снимаю, это обновление еще не зацепило. Ничего себе. Неплохо, ночь. О, а так как днем. Неужели на практике нас не видно и не слышно? А я говорил! Так, может все двери еще открыты? Так, закрыто. Врубаем свет к маме. А тут и так светло, если выключим. Бам. Мама во тьме готовит, смотрите. И ничего не замечает. Супер. Сегодня обнову бегала, посмотрим. Вырубаем вытяжку. Можно устроить дымовую завесу. Интересно. Окно уже открыто. Ну-ка, погуляем. Мы на улице. У мамы можно было свет выключить. Там луна. Отца не видно. Машина не поменялась. Так, собака будет лаять или нет? Наши друзья во тьме стоят. Собака, привет. Ну да, полаивает. Какие предметы есть? Во дворе ничего не видно. Так, все открыто. Все мимо. Там у нас антижир. Отлично. Если я буду передвигаться сидя, антижир, так мы можем с вами пройти через концовку с воротами. Смотрите, свет. Ну-ка, вырубаем телек. Бам. Не выключается телевизор на практике. Да неужто? Не выключается, а кондиционер? Я перегрел все ему. Следует насекомых. А я говорю. А, можно же все открывать и не закрывать ничего, смотрите. Вот так можно искать-то. Предметов в этом респауне, похоже, вообще нет. Вот отец. Так, ну-ка, все, сидим. Все съели. Кружка с яблочным соком. Так светлее. Фонарик есть. Так, а давайте пройдем на вторую концовку. На практике сейчас. Сразу же выйти. Но мы не знаем код Геннадия. Все открываем, ничего вообще не закрываем уже. Так, сейчас мы с вами решим головоломку сейфа. Где синий в центре? Это значит два зеленых. Оранжевый. Белый, два синих. А все мимо. Два синих. Потом опять синий. Зеленый. И листаем быстро. Это желтый был. Зарядка. Роняем вазу. Смотрите, да неужто он ничего не будет слышать и видеть. Просто перевернули. Цветок не берем. Есть ли лампочка? И она, кстати, нужна. Реклама через 3, 2, 1. Бам. Рекламу глянули. Заколку применяем. Действительно, день и ночь теперь могут меняться. Это супер, разработчик молодец. Выпускает часто обновления. Лампочка могла слиться с чем-нибудь. И вообще она может быть в нашей комнате. Ключик. Ничего не закрываем. Сейчас узнаем код на вентиляторе. 768. Отлично. Побежали снова к отцу. Кстати, в коридоре свет включается или нет? 768. Только так? Ладно, тогда сарайку откроем. Но у нас лампочки нет. 768. Антижир в бочке был. Наш компьютер не включаем. Просто разгуливаем на практике. Уже теперь есть режимы сложности. Отлично. Зарядка. Геннадий. 7, 6, 8. Почти что 6, 7, 8. Код от панели. 28, 90. Да, даже можно было не выключать же. 28, 90. А здесь что было?
Нам сегодня, возможно, практики одной и хватит. Да бей ты уже! Окно уже по умолчанию открыто. Проверяем все здесь и даже, кстати, уроним бокал. Разбился. И мы сами даже не вскрикиваем. Что здесь можно найти? Ключик от аптечки. Еле как виден, но виден. Снотворное есть. Мясо нам, может быть, даже нужно. Не помню, что было у собаки. Давайте его разморозим пока что. Прям при маме. Отлично вообще. Что еще можем найти? У нас две ячейки свободные вот есть. Я бы показал, как надо. Мама мешается немножко. То есть она и на стирку не придет к нам. Собаку тогда покормим. Все равно. Так, давайте посмотрим на маму со стороны. Как она на кухне готовит во тьме. Компьютерную версию, которую я снимаю, еще обнова не коснулась. Я там буду играть в версии 0.310. У нее молоток. Берем спокойненько шланг вообще просто, стоя. Врубаем воду. Сейчас пройдем на вторую концовку. А, кстати, так это, возможно, будет не вторая концовка. С нами ведь никто гнаться-то не будет. Собака ест. Я уже у молотка. А, она не ест, похоже, мясо, пока мы не отойдем. Доедает. Видите, она замерла. Она не ест мясо. Ой, я на собаке. Все, ладно, уходим. Она есть так и не будет. Здесь, вероятнее всего, отвертка. Нет, оказались гвозди. Забираем антижир, будем тряпку стирать. Пробуем пройти на практике. Дотянулся. Ничего обратно не возвращаем. Мама стоит во тьме, но, кстати, ее освещает холодильник. Все, давайте ее простим. Тебя еще не открывали, да, похоже? Антижир. Прыснули. Сейчас будем стирать тряпку. Так, я батарейку мельком увидел. Нам нужна отвертка. Кстати, а где лампочка? Кому я там нужен? Что? В смысле? Смотрите. Отец спокойно ходит. Мы этого не видели никогда. Как ты там берешь-то телефон? Вот он. Ну-ка. Сейчас залезем на кровать. Бам. А, на кровать не пускают все равно. Да, на кровать все равно не пускают. Набирает сообщение. Вспоминает что-то. И кинул на базу. Но мгновенно кинул. Кстати, а лампочка? Она могла быть вот здесь где-нибудь. Не вижу. Да, лампочку нужно очень внимательно смотреть. Цветок валяется. Вот я бы показал, как надо. Да, здесь лампочки я не наблюдаю. Отец вообще ничего не замечает. Если не можете пройти данную игру, то тренируйтесь на практике, конечно же. Разработчик добавил такую возможность. Вперед! Еще раз смотрим. Слишком громкий ор. Ничего не вижу. Но лампочка же бывает еще в нашей комнате. Вот здесь, допустим, смотрите. А я ведь все-то не смотрел. Лампочка, вот она. Все, вкручиваем. Так, такая тьма. Ничего не выключаем. Я пароль-то уже не помню. Я пароль забыл. Да забей ты уже! Да даже комп не будем вырубать. 28.90. Пока что вводить рано. Сейчас мы с вами тряпку заберем. Сразу состернем ее. Порошок. Возвращаем обратно. Ой, нет, сначала закрыть дверь. И стираем. Что еще можем найти? В мусорке? Ничего. Заряжаем в радио батарейки. Нам осталось только отвертку найти. А интересно, маму-то вообще нужно отвлекать-то или нет? Может, нам и батарейки не нужны? Просто откроем дверь и все, и побежим. Ужас! Да, мама даже не пришла. Скорее всего, можно все так сделать. Давайте, 28, 90, Enter. Открыть Давай, ворота. Бегом на улицу, пока есть время.
Так и все. И мы проходим, да? Но ведь за нами никто не гонится. Какая-то концовка-то будет. Ведь за нами никто не гонится. Ладно, убегаем налево. Вторая будет, скорее всего. Убежали. На практике. Еще и во тьме впервые. Время прохождения 10.04. Уровень сложности практика. Вторая концовка. Еху, я успешно сбежал через ворота и теперь могу гулять со своими друзьями. Вот только пока не знаю, как я вернусь домой после такого. Ну-ка, заново. Смотрим, что еще здесь есть интересненького. Так, есть практика. Есть челлендж. Одна попытка. Родители часто проверяют игрока. Ну, родители сразу смотришь? Бегут на шум. Начинай. Родители сразу проверяют негромкий шум. Родители очень быстро обнаруживают игрока. Ну-ка, давайте посмотрим, как там это будет. Очень быстро обнаруживают. А, я во тьме еще выбрал. Вот лампочка да сразу нафиг, есть. Чтобы я и учил уроки. Уже это лампочка прямо. Вещи. Со старта есть. Насколько быстро родители будут нас ловить? Выходим. Кстати, темно. Да не ему, твою мать, смотрим, а? Код сейфа тогда. Так, такая тьма. Оранжевый в центре, значит красный. Бей ты уже! И красный. На скорости. Зарядка, класс. Давайте поставим. Но это уже не практика, конечно же. Так, полная тьма. Даже двери не видно. Это полная тьма. Ноутбук закрываем. Они очень часто ходят нас проверять. Батарейку берем. Раз, два. Да, выйти. Скорее всего, не заметят. Челлендж. Не, ну очень темно. Зачем я выбрал тьму? И мы свет с вами включать не можем. А вот здесь классное светло. Батарейка. Тот же респаун, видимо. Да. Так, ну-ка. Антижир получается в бочке. Это челлендж. Играем до поражения. Мы сегодня смотрим обнову. Нет цели все полностью пройти. Давайте маму вызвоним, чтобы узнать код вентилятора. Она, получается, будет выходить во тьме. И она прям выбежала, кстати. Код на вентиляторе. 162. И уходим. Йоу. А ладно, стоим за дверью. 162, потом пойдем к отцу. Вперед! Давай! Давай! 162. Так, открывайся. О, отлично. Кстати. 162. Успеваем. Так, код 6835. Уходим. Шестьдесят восемь тридцать пять. А, кстати, мы же можем с вами дымовую завесу устроить. Нужно устроить дымовую завесу. Видите, красный индикатор теперь горит. А, хорош. 6835. Все, спаслись. Пойду проверю, ух ты. А вот это уже интересно. Кто включил свет? Она с улицы не говорит, кстати. Это же видно. Попробуем получить снова вторую концовку. Только уже в режиме челлендж. Мы отдыхаем. Учишься? Нет, мы отдыхаем здесь спокойно. Уже ночь. Зачем учиться-то? Уже надо спать ложиться. Батарейки есть. Ой, блин, сколько дыма. Ты там закрыл дверь-то хоть?
Ась так не влияет. Все, давайте теперь получать ключ. Ну че, всегда? Надо пойти. Как классно, как классно, как классно. Так, ну я почти что не вижу вазу. Все, тогда переворачиваем тебя. Только один цветок покороняем. Выронили цветок. Подбираем, я его еле как вижу даже. В активную ячейку его. Скидываем ключ. Ой. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Ключ не вижу вообще, все. Нужно срочно вернуться в комнату. Да-да-да-да. Да просто закрываемся. Полная тьма. Надеюсь, отец, получается, вернулся из туалета очень быстро. Возможно, он и ключ замечает, но нет, повезло. Я уж думал, мне крышка. Он опять ушел. Где вот ключ? Все, давайте свет врубать. Вот ключик. Да, пока походим. Ничего интересного не оказалось. Да, дед. А, ну в туалете, да? Кстати. Да пойдем просто так и все. Все, смотались. Это получилось. Две батарейки и ключ. Антижир находится в бочке, как мы уже выяснили на практике. Попался тот же респаун. Да-да-да. Видимо, частые засады сейчас пойдут. У нас двойное прохождение ночью. Но мы должны были спать так-то. Вот смотрите, все, мы на подушке спим. Я развернулся и сплю. Учишься? Просто полное молчание. Ну ладно. Все, мы спали. Открываем. О, сообщение, спасибо. Кто нас так спасает? А тут же у нас тряпка еще есть. В полной тьме. Вот сейчас мы ее стирать будем. Свою дверь закрываем. Так, ну все, закидываем тряпку. Ладно, закрываемся. Шторку заранее откидывайте. Так, здесь что у нас? Ничего. Все, и потом пойдем за ванну садиться. Это шум из ванны? Так, 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 открывайся. Давай, давай. Йо. Да в смысле? Я не успеваю. Третий раз уже! Ах ты! С первого раза ловят. С первого раза. Вот в чем сложность. Одна жизнь же была. Так вы видели скорость? Она сразу пришла мгновенно. Продолжить. Скоро следить за разработкой, смотрите. Голова ужас. Во тьме. Ну-ка, давайте посмотрим. Допустим, сделаем... В смысле челлендж? Практика, жарко. Допустим, да? А, так подождите, челлендж всегда ночью, что ли? Он всегда ночью. Вот в чем дело. Тогда возьмем экстрим. У вас три попытки, если нас не заметили. Родители часто проверяют игрока, родители бегут на шум через секунду. Родители сразу проверяют негромкий шум. Родители быстро обнаруживают игрока. Давайте просто ради прикола. Гнали. Сегодня прошли на практике, попробовали челлендж. Он всегда ночью. Сейчас стартуем на экстриме. Это несовместимые вещи. Экстрим, ну да, в мобильной версии вот так в эмуляторе. Будет очень сложно с родителями соревноваться. Меня сейчас, скорее всего, сразу поймают. Я пошел разгадывать головоломку сейфа. Давай, давай! Но! Ну же! Это типа экстрим, видите? Пока даже не похоже. Зеленый в центре. Оранжевый, белый, синий и два желтых. Листаем до конца. Что было? Ключ от машины. Ну, в принципе, можно сразу и цветок тогда перевернуть. А, кстати. А у нас дверь-то там вот закрыта. Дурак, а? Так, он цветок, заметьте, да, отсутствующий? Скорее сюда. А, ладно, тестируем. Это шум из спальни. Нужно да. Срочно где-нибудь спрятаться. Нужно срочно вернуться в комнату. Он заметит дверь? Постой. Или я ее закрыл? Ну, вроде все в порядке. Фух. Вроде пронесло. Пронесло. Взяли ключик уже теперь. Смотрим полочки. Да, лампочку очень сложно будет заметить, но вы можете свет врубить.
Заколка. Они слышат слабый шум даже, да? Говорят. Лампочки нет. Что еще есть? Это просто экстрим, я вот так хожу здесь. Смотрите, экстрим. Я дверь закрывал. Ничего себе. Бегут даже на слабый шум. Ничего нет. Так, тряпка. Отсутствует тоже. Значит, она в ванной. У нее всего лишь два респауна. Антижир бывает здесь. Он здесь оказался. А, давайте сразу донесем. Порошок в лоток. И тряпку в стиральную машину. Лампочки не оказалось. Так, я даже не успеваю, получается, смотаться. Ключ от аптечки. Я не успеваю. С этими всеми технологиями. Вот я бы показал. Да, я реально не успеваю. Сейчас стоя попробуем пойти. Да, стоя, может быстрее намного. Все, просто нажимаем. Вот так, смотрите. Быстрей. Нужно срочно вернуться в комнату. Йоу, успел. Так. Она влетела прямо. Здесь кто-то был? Ну, наверное, когда-то были. Но двигаться нельзя. Наверное, почудилось. И ждем. Ну все, ушло. Ой, опять закрываемся. Да хотя, это уже слишком слабый шум, чтобы его слышать, да? Все, мимо! Открыла. Открыла воду и... Увидел через стекло ее, протираем. Так, нам нужен Геннадий и вытяжка. Нужно устроить дымовую завесу. 4-8-8. Так, возможно, мясо для собаки тоже нужно будет размораживать. Вообще все делаю. Но просто оставляем. Йоу, кстати, да? Давай, давай, но! Ну же! А вот так? Ой. В смысле? Дверь не закрылась. Я батарейки все украл просто. На экстриме. А дым заметишь? Что здесь случилось? Надо пойти отлить. Отлить. Это просто экстрим. Странно, я же точно слышал. Ох ты, может... отцу сообщение. Смотрите, смотрите. Нон-стопом. А я случайно не оставляла эту дверь открытой? А ну да, я же специально ее закрыла. Так, отец в да, туалете. Детка. Пойду проверю. Да-да-да, второй раз говорит. Или нет. Это уже экстрим. Сейчас начался. А, и по итогу не пошла? Или она забаговалась? А, она, скорее всего, воду дозакрыла. Вот сейчас точно проверять будет. Сейчас устрою. Две засады. Иди, иди, иди. Учи, я просто зашла. Заходи, 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 заходи. Так устраивай засаду, ты где? Это он так долго шел из туалета. И вот только сейчас зашел. Давай, давай, учись. Пойду проверю телефон. Так, мама на кухне. У нас есть три батарейки. Так, а все тогда получается? Давайте сходим до машины. Да куда ты? Что ты делаешь? До машины идем. Я украл батарейки, но бегом. Бегом, 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 бегом. У собаки ступенька не нужна. Быстрей только. Отвертка прикольна. Ах, прикол, сразу конец. Все, попадаемся, видимо, да? Да ё, я не могу, не могу, не могу на такой скорости работать. А ну иди сюда! Не, не могу. Одна жизнь? Сколько да, можно всё, одна повторять? Жизнь была. Это почти нереально. Сразу все замечают. Время прохождения концовки, видите, 1/8.
Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня немножко поизучали обновление Скулбоя. С вами был Топси. Всем пока. Передавай Топси привет от меня.